Так, ребят, ну, о чем хотел поговорить. Значит, я приветствую вас всех. Спасибо всем тем, кто делает репосты. А, знаете, такое весенне-летнее настроение было до обеда. А после обеда зима. Это сегодня у нас 11 мая. И вот представьте себе, как идет снег, да? То есть я просто в шоке. Такого я не помню, если честно. Ну, за всю свою жизнь, наверное. Там то, что на родительский день был снег, когда ходили все на кладбище. Одна, как бы, ситуация, то, что снег 11 мая, значит, ну, так еще по-летнему сегодня оделся с утра, поехал в город, и вот где-то метет уже где-то час. Поэтому, если кто-то хочет увидеть зиму 11 мая в Подмосковье, так, всякое переключить. А вот. Значит, видите, как оно? Значит, все зеленое. Вон у меня наверху виноградник. Он еще накрыт пленкой. Хорошо, что не снял, потому что... Последние, то есть сегодня-завтра передаю там чуть ли не, то есть ли минус один, минус два ночью. Вот, поэтому вот такое как бы у нас 11 мая. А так хотел поблагодарить всех наших, всех участников акции 9 мая. Значит, акции, которые прошли по всей стране. Я говорю про... Помощь оказанную ветеранам Великой Отечественной войны. Значит, все ветераны Великой Отечественной войны. Ну, все, я думаю, громко бы сказано, но большинство ветеранов Великой Отечественной войны навестили наши активисты. У себя дома по всей стране все получили подарки. Были организованы очень красивые мероприятия, начиная Кишиневом, столицей, оканчивая. Там даже небольшими населенными пунктами хочу поблагодарить наших примаров, наших активистов за всю эту огромную, за всю эту большую работу, потому что мы обязаны помнить, мы обязаны передавать все эти положительные вещи нашим потомкам, и это, безусловно, очень важно. Значит, по поводу происходящих событий в Кишиневе, коротко пройдусь. Значит, мы поддерживаем все протесты, значит, которые направлены против правящего режима и против очередной аферы, в которую открыто полез Игорь Дадон спасать Плохотнюка, против любых изменений в смешанной системе. Значит, поэтому я призываю всех наших сторонников, я призываю всех граждан Молдовы, даже те, которые не голосуют за нас, ребят, выходите 14 мая, значит, воскресенье, приходите все в сквер перед парламентом, потому что любые оппозиционные протесты, связанные со смещением правящего режима, значит, я и наша партия их поддерживает. То, что кто-то там пытается начинать, что вот там люди усатого ходят на какие-то акции там с голубыми, розовыми или так далее. Кричат про голубых и розовых те, у которых их там в партиях больше всего. Я всегда был против всякой этой розовизны, голубизны. Но когда партия социалистов стала из красной розовой, знаете, меня уже сегодня как бы ничего не удивляет. Плюс, вы понимаете, они говорят, что общественная организация, которая борется за права там сексуальных меньшинств, они как бы тоже поддерживают протесты. Так вот, представьте себе, что даже пи-пи-пи разных цветов, даже эти устали от правящего режима Плохотнюка. И то, что Игорь Дадон перед поездкой на 9 мая в Москву, значит, для того, чтобы, понимая, посмотрите предыдущий лайв, что в Москве будет
и так далее. То есть, чтобы сместить акценты, чтобы все забыли как бы про его предательство, он это сделал именно перед 9 мая. Из-за этого спрос Дадона из партии социалистов будет по полной. Значит, также мы готовимся к весенним мероприятиям, которые у нас будут в стране. Значит, 22 мая у нас день города Бельцы, куда приглашаю всю страну. Будет целый день, очень много мероприятий и для детей, и для спортсменов, и для пенсионеров, для мальчиков, девочек, мам, пап, дедушек, бабушек. Приходите, очень интересно. В этот же день у нас храм Фалешт, храм Басарабяский, храм Дандюшан. Это храмы городов. Есть еще храмы в некоторых селах, где везде, где наши примары, мы будем поддерживать. Значит, Басарабяске, Валик Чемпеш, слава богу, на свободе. Значит, там будет большое мероприятие, организовано примарией вместе с моим фондом. Значит, поэтому Басарабяска, Фалешты и Дандюшаны, значит, будет Ирина Круг, будет Рождество. Плохишу рекомендую выучить песню Рождества. Поэтому она будет петь в трех разных районах, а потом ее будет петь Плохиш. Помните, да, там вот это «Знаешь, как хочется жить, жить, чтобы просто любили». А, кстати, смотрю, там примар один партии запели по стране. Прикольно. То есть они уже и концерты проводят, и новые уголовные дела мне готовят. И все, что угодно, то есть лишь бы как бы люди забыли про мое присутствие в стране. Но я знаю и благодарю всех тех, кто меня поддерживал, поддерживает. Я знаю, многие будут поддерживать, потому что мы делаем правильные, хорошие дела, мы боремся со всей этой нечистой силой в Бельцах. Там слышал сегодня некоторые эти деятели, которые грабили город. Мне ребята сейчас написали, что начали давать какие-то интервью телеканалам Плохотнюка, что они, оказывается, вывезли семьи за пределы страны, потому что усатый им тоже угрожает. Послушать молдавских прокуроров и милиционеров, получится, что раз в год я заказываю чье-то убийство, раз в месяц наши люди где-то задерживаются за рубежом, хотя этих наших за рубежом я никогда в жизни в глаза не видел. Значит, поэтому мы идем вперед, мы обязательно должны держаться вместе. Самое главное сегодня, ребят, задача разбудить Молдову. Поэтому давайте активно просыпаемся. На следующей неделе начинают протесты у себя на местах наши примары по всей стране. Потом будет один наш большой протест. Поэтому мы поддерживаем протест гражданского общества, но мы имеем право на свой протест. Вот, тем более, что есть очень много идей на эту тему. Вот, поэтому, ребят, значит, всем успехов. Еще раз благодарю всех тех, которые вкалывают для того, чтобы наша Молдова хотя бы чуть-чуть была лучше. А на всяких этих плохишей, голубых, розовых, курканов просто не обращайте внимания, понимаете? Потому что кто-то найдет свой птичий гриб, кто-то найдет себе другое место. Смотрите, такой прикол пока. Отвлекусь, аж все по природе. Вот идет снег. Видите, везде снег. И вот смотрите, под римской сосной смотрю зеленый газон. Сейчас, если получится, перейду. Смотрите, как прикольно. Идет снег. И вот получается, что под римской сосной она как бы все осталось уже. Представляете, вот тюльпаны вот-вот должны расцвести. Там у меня подснежники, ландыши, земляника и так далее. А тут, короче, в общем, такая история с прогнозом погоды. Ну, у природы нет плохой погоды. Плохая погода должна быть только в жизни там всяких плохишей, всех его этих птиц. И самое главное, ребят, значит, да, мне очень больно, мне очень тяжело, что нахожусь вдали от всех вас, но я всегда говорил о том, что я буду говорить правду, но никогда никто не будет управлять, я никогда никому не продамся, где
Понимаете, просто настолько мерзкие события, насколько Дадон также похабит всю эту идею отношений с Российской Федерацией. Я всегда выступал за добрые, хорошие и качественные отношения с Российской Федерацией. Но взять так и спохабить перед 9 мая, устроить вот этот путанизм с демократами Плохотнюка, понимаете? Значит, прикрываясь дружбой, отношениями с Россией, предать целую страну, укрепляя Плохотнюка, да? Поэтому сегодня, ну, за это ему точно нет прощения, понимаете? И я согласен провести всю жизнь в изгнании. Я готов даже жизнь положить, лишь бы изменить что-то в стране. Но чем я стану какой-то соской Плохотнюка, которых у него там больше половины парламента сегодня, да? Или уже даже больше 2/3 парламента. Вы знаете, я лучше всю жизнь останусь в борьбе, но ни на какие вот эти шуры-муры я с ними не пойду. Поэтому я вас люблю. Значит, всех еще вас раз с весной, с Днем Победы, с наступающими праздниками. Делайте, пожалуйста, репосты. 14 мая, пожалуйста, 12:00 все на протесты Кишинев. И по вечерам эти, которые идут 17:00, надо поддерживать. Надо поддерживать, пробуждать страну. Да, статуаты луми пипашпи. Ла протест, мерджим дуара нынти, воебеск. Совет свозих кытмай фрумас.